Так, эпизод номер один. Допрос людей, приехавших с камеры 313. О настроении и положении старшего камеры 313. Погнали первого. Так. Марина, Кусаки Григорьевич, 70 лет. Да, садитесь. Слышишь, ты у меня 3.13 сколько просидел? Помню, неделю-две, да? Неделю-две. Скажи мне, пожалуйста, как он себе ума повел? Я тебе прямо скажу, слышишь, ну, как бы это все остается здесь, это никогда это не выйдет, поэтому, ну, мне просто интересно, видишь, ты вот этого товарища же наблюдаешь, да? Который там лежит, умирает. Ну, да. Вот. И при этом, ну, при всем, знаешь, как бы, выпустили мулю такую, что это чуть ли не я с Машиковым загнал, это не так, понимаешь, как бы, вот. Тебе смешно, а мне ближе поговорить, понимаешь? Я говорю, ну, ты сколько лет торчал у меня на свободе? Ну, порядком. Порядком, то есть ты можешь определить человека, когда он торчит, когда нет, правильно? Конечно. Ну, что ты можешь сказать по-моему? Только-только заехали, вот, ну, я врубаюсь. Я на кумарах. Ну, понимаешь, ты видишь, человек под кайфом или нет. Ты, я тебе себя спрашиваю. Не-не-не, ничего, по крайней мере, не видел ни разу. Ну, так ты не можешь отметить, да? Ну да, то что, как бы, этого вроде не было. Ну, ясно. Ну, там же только-только еще, как бы, ну, может быть, боялись, может быть, мощь там еще. Ну, может, понятно. Ну, понятное дело, что не будет при тебе. Нет, ну ладно, давай. Я значит, приехал, там же человек был сначала. Иди, отдыхай, иди, отдыхай. Так, с этим мужчиной мы еще будем работать. Так. Следующий претендент. Шуляк Артем Дмитриевич, 9.900. Как ты говоришь, Артемка, да? Да, Артем Дмитриевич. Сколько ты просидел, признаю? 6 дней. 6 дней. Ты на воле торчал? Нет. Нет? А чем ты занимался на свободе? А? Бухал. Бухал. Ну тогда ладно. Слушай, а что там, лапа спортом занимается, нет? Когда я там был, я был в октябре. Нет. Не было спорта, да? А он это раз уже ты видел, там же, да? Да. А, че, как там? Я просто, мне тут люди жалуются, что там такие вещи отбирались. Не знаю, при мне не было. Ну. А я там был при мне. Ну, то есть такого, что мы вещи отбирали, что не видел, да? Ну ладно, давай. Тогда, ты знаешь, нам нужно просто поймать обиженную мразь, короче. Ну ладно, да. И вот эта обиженная мразь, это нам все расскажет.